Мотовилов успели уже вернуться, баскетболисты Уралмаша. Защиту Якоб Чебашек из-за дуги. Дубедов загружает на Якоба Чебашека. Пока что каждая атака Минска строится через 38-го номера. Дубеда из-за дуги не было. Дубеда на Дмитрия Куратника. Есть преимущество в габаритах. И это Эндван. Проваливается мяч номером 8 на его лицевом счету. И 8 всего у Уралмаша. С дальней дистанции в сегодняшней встрече. Дальше Дмитрий Куратник, Йован Шливанчанин, отлично разбросал. Неудачный отскок случился. Йован Шливанчанин из-за дуги точно. И сразу же с получения бросает Йован Шливанчанин. Или в раннем нападении Якоб Чебашек в ответную треху заваливает. 50-50. Конечно же, Уралмашу вряд ли сегодня получится набрать сотню. Максимум 104 было, а здесь 3 плюс 1 заваливает. Держав позицию, в падении находится Минчанин. Владислав Непульский из дальней дистанции. Здесь заслоном пришел помочь Балашовке. Беслов получил передачу. И смотрим из-за блокшотиков от Вадима Стубеды. И вперед, благодаря точной трехочковой, либо постарается сравнять счет. Что творит Вадим Стубеда? Накрывает своей мощнейшей рукой город.